Легендарный хоккеист Владимир Юрзинов провел очередной мастер-класс для тренерского состава хоккейного клуба «Виктория» перед открытием турнира «Золотая шайба» имени Анатолия Тарасова. По мнению заслуженного тренера СССР и России, особое внимание следует уделять технической подготовке. В этом «Виктория» не отстает. На данный момент ледовая арена оборудована для тренировок финским полем, а на будущее планируется внедрение канадского. Несмотря на почтенный возраст Владимира Юрзинова, силы не покидают легенду. Все благодаря интересу к детскому хоккею. Мне интересно. Вот я посмотрел, вот, что у вас делается. Это очень интересное дело, которое делается вот здесь для хоккея, вот именно здесь, в Новомосковске, в Солиногорске. Да? Поэтому здесь вот это интерес. Второе, я увидел здесь интересных людей, которые много сделали вот так вот для, и что очень важно, для детского хоккея. Это направление, которое просто необходимо для детей. Для детей, которые хотят играть, дают возможность. Я уже говорил, что я посмотрел вот и на людей, и на этот каток. Я уже видел, посмотрел на тренировку детишек. Я обратил внимание, они все в одинаковых мальчиках, у них все шлемики такие, знаете, у них там и все так, они чистенькие такие ребята, знаете, как чувствуется, что это с душой делается. Понимаете, как что они с душой. И сами эти детишки, вот мы зашли, посмотрели, им это очень нравится. И тренер у них был, девушка там по фигурному катанию, они занимались катанием. Понимаете, мне интересно. Поэтому вот и отсюда и берутся силы. Почетный гость открыл турнир «Золотая шайба», пожелал ребятам успехов на льду. Для меня рождаюсь здесь открытие. Пожелать вам успехов, хоккей, учебе, жизни. В турнире приняли активное участие 6 команд, среди которых 3 команды разных возрастов от «Виктории», представители Тульского Суворовского военного училища и другие. Победитель определится уже завтра. Директор хоккейного клуба «Виктория» отметил важность визита хоккейных звезд. Мы только на начале нашего пути хоккейного, и такие уважаемые знаменитые личности, мэтры хоккея посещают нас, приезжают на гости. Конечно, это нас обязывает расти семимильными шагами, идти вперед, и, безусловно, его советы, его опыт, безграничный опыт нам не то, что пригодится, он нам важен. И самое важное, наверное, в его визите то, что его это заинтересовало, заинтересовал наш проект, заинтересовало то, чем мы здесь занимаемся, как мы пытаемся поставить это дело, и это самое главное. Конечно, для нас это очень важно.